это, к слову, 20 мая, плюс 2. Смотрите, кто у нас сидит. Сейчас я все засниму. Что засниму против солнца? Опа! Загорают, питаются. А так, так хуже. Но тоже видно. Тань-тань-тань-тань-тань. Жопами повихряли. Сейчас будем спугивать. Они здесь это вообще вот еще чуть-чуть и расстояние выстрел, грубо говоря. Вот идут себе. О, пошли, повидали. Ага, стартанули. Да не, не, они сейчас уйдут. Итак, всем доброе утро. Опять началось с программы «В мире животных». У нас что-то третий день «В мире животных». То совы, кабаны, то гуси. Поздравляем комрада Дмитрия с днем рождения. Димыч, привет. Он сегодня не с нами. Неизвестно, когда выйдет. Желаем всего. Да, какая разница, когда видео выйдет. Все, поздравляем. Вот. Сейчас будем ему звонить. Сейчас рада еще. Третий день, завершающий этого выезда. Решили уголки известных наших полей поизучать. Устали лазить в разведках. Надо чуть-чуть порелаксировать, походить по любимым старым местам и немного новым углам. Вот. Сейчас доползем и будем смотреть. Прибыли на место. Пойдем вон туда сейчас. Тогда в прошлый раз залезали, через ручей переходили. Там клещей-то еще много было. Я думаю, что сейчас их не меньше, в принципе. Но из-за того, что на улице плюс 2, конечно, они поныканные. Но когда встает солнце, естественно, повылезают. Так что сейчас я вам все покажу и все расскажу. Смотрите, лезли и лезли. Вот оттуда вылезли. Это где вот лужайка с клещами была на нашем видео. Я не знаю, выкладывали, наверное, еще не выкладывали. Сейчас они такие подзамерзшие. Мы прошли. Вот тут следующее поле. Такое оно уже заросшее. Смотрите, какая штучка выскочила. Сейчас попробую снять. Жалко, не целая. Вот такая чума. И сопутка была, то что надо. Крестик сломанный, тоже те обычные квадратненькие дельки. Интересно, сейчас здесь полазим. Здесь никогда не были.
смотрели тот край поля, а выходили мы вот отсюда откуда-то. Вот отсюда, где высокая деревня. Ну да, вон там. Сейчас посмотрим этот край. Там в основном чернина. Но здесь, конечно, выскочило несколько не то, что нам надо. Что обломки вертолетов, пуги, гирьки, несколько другая сопутка. Еще есть тракторина. Тракторины очень много, да. Новая фраза. Тракторина. Вот сейчас одна ку-ку, а две замолчали. Было кто кого перекуку. Прикольно. Улюб Билон выскочил. Не часто в этом году. Выпросила, да, очередной раз. 1876 год, пятнашечка. Ну а что, симпатичный. Тут там где-то кусочек пропеллера я поднял. Это выход. Люб сейчас пронесла. Все-таки чешуйка нам выскочила. Еще одна. Сейчас сниму. Ага. Так, вверх тормашкой. Царь великий князь. Грозненская, что ли? Что такая здоровая? В принципе, бывает. С этой стороны похуже. Очень хорошо. Чибис. Сейчас попробую. А вот птенец чибиса бегает. Вот он. Крупным планом. Конечно, не дотянусь. Вот они. В мире животных продолжается. Такие они ржачные. У нас было где-то в каком-то из видосов, где мы его нашли, притворяющегося. И поскакал. Маленький еще хохолок не поднял. Ну ладно, не будем беспокоить мамашку, а то она нервничает. Вон она. Вроде как еще один щеночек чибиса. Или это взрослый? Ой, красава! Вот сейчас хорошо позирует. Все на максимальном приближении. Обалденный черный хохолок, полоски под глазами. Я не пойму, то ли это взрослый, то ли это... Взрослый, да. Пошлепал. Чибис. Кто не знает. Тряпка. Обалденный. Ладно, не будем беспокоить и этого. Итак, походили. Время. Время пол-11. Солнце ядовито. Ходить невозможно. Ни ветерка, как вчера, ни тенька, ни ветерка, как говорится. Раскладываться не будем, ибо раскладывать особо-то и нечего. Все, что мы интересного сегодня нашли, вы уже увидели. А, ну вот еще. Двушечка. Ну, это капусточка. Вот, серебро, чешуя, кусок крестика пропеллера. Ходили недолго. Я сегодня ходил с маленькой катушкой. Зачем-то. Непонятно зачем. Вот. Ну это ладно. Короче говоря, отчаливаем в Москву вечером. Следующие выходные, наверное, скорее всего, будет какой-то Подмосковье. Может, и не Подмосковье, не знаю. Но на Ярославские земли не поедем точно. Вот. На этом откланиваюсь. Спасибо, что с нами. Всем пока.